Всем привет! Это канал «Железные кони Латгалии». Я думал, сейчас пообедаю, запишу хорошее видео, поснимаю, как работаю. Но мне сейчас звонят хозяева, уже надо ехать перецепляться на сеялку, что не успеваем. Вот, ну, попьем кофе и едем на базу перецепляться на сеялку. Там я навряд ли что смогу успеть что показать. Времени катастрофически не хватает. Вот. Так что техники тоже не хватает. Вот так вот приходится скакать туда-сюда. Ой. Чайки начали прилетать. Такие у нас есть мокряки еще местами. Культивируем мы вот таким культиватором глубинным. Это наш классик. Такие мокряки у нас попадаются на полях. Тут видно, забилась мелиорация, поэтому вот так вот получается. Классик. Новый классик. Сломался датчик, отвечающий за AdBlue систему. AdBlue. Загрязнение. Ждем мастера, когда приедет. Вот такие у нас поля. Там вот есть домик, там жил мужичок, умер 2 года назад. Такой заядлый латыш был. Я когда-то первый раз, когда тут пахал, он вышел со мной по-латышски разговаривать, я ему начал по-русски отвечать, он на меня такими глазами начал смотреть, как так, типа по-русски. Такой очень заядлый латыш был. Ну, допился. Помер. Вот. Ну, сейчас мы еще кружечку кофе нальем, выпьем и полетим. Даже пообедать не успеваю. Потом я хочу отснять. Вот там есть один обалденный заброшенный дом большой. Тоже какой-то панский. Там я про тот дом вообще ничего не знаю. Что это далеко вообще от моего дома. Вот. Я потом как-нибудь, когда буду к нему ближе, подъеду на тракторе, засниму. Там такой интересный дом большой. Вот. Летают, с ума сходят. Червячков собирают. Ну что, допиваю кофе и выдвигаемся. Ну что, в путь. Доехать на базу, перецепляться. Дверь большая. Так, включаем гидравлику. Включаем вперед. Ну и бой. Сейчас трясти будет. Ну вот, доехали до дороги, надо складываться. Сейчас
Отжимаемся на колеса. Поднимаем навеску. Теперь складываем крылья. И в эту сторону. Высокий донатик получается, когда складывается. Ну вот, все, сложились. Включаем свет. Выключаем поле. Переходим на трассу. Вперед, ехали. А, ну да, мигалочку забыл включить. Мы крупногабаритные. Вот так мы и летим по дороге. Ну вот так мы и перецепились. Стало пасмурно. По-моему, сейчас дождь будет. Селочка. Ну как-то так, будем сеяться. Смотрите, сам рулю и трактор. Вот эта самая фишка прикалывает в работе по навигатору. Включил автопилот, а он сам рулюет. Руль мы не трогаем. Чуть даже пробуксовывать начнет, выравниваться сам. Испарение. Нормально так буксанул. Чуть вылез.
вроде бы и выглядит суховато. Ну так, влажно, но я такие мокряки проскакивал. А тут на тебе. Нельзя больше сюда залазить. Нельзя. Пошел град. Едем по последней полоске, вот осталось. Ну и погодка сегодня. То дождь, то снег, то град. Какое сегодня? 22 апреля. Или 23, не помню.